Для ребят развернули целую экспозицию необычных предметов. Таких интерактивных экспонатов разработано учеными из Волгограда более 100. Здесь, на детской площадке по улице Роз, их представлено 12. В музее здоровья, который работает в Адлере, экспонатов 25. Все со смыслом, помощники в представлении таких программ, как «Будь здоров, питание», «О вреде курения алкоголя», «Сделай себя сам» и другие. За счет того, что мы показываем им наглядно, и каждый ребенок непосредственно принимает участие в самом эксперименте и опыте, он наглядно видит, что это из себя представляет. Вот, например, кукла Смоки. Чтобы объяснить детям, насколько вредно курить, приходится дать ей сигарету и показать, насколько пагубно она действует на организм всего за несколько секунд. Вот это вот то пятно смолы, которое сейчас образовалось за 3 секунды курения. Можно себе представить, да, что происходит, если человек выкуривает полностью сигарету, а не говоря уже о том, если он курит пачку в день. Проект «Музей занимательного здоровья» молодой, ему только 2 года. В нем участвуют 20 городов России, в том числе и Сочи. И, конечно, мы хотим и в этой области поработать, в том числе и с молодежью, в том числе и на площадках нашего двора, пока у нас идет лето. И как раз мы стараемся все больше и больше разнообразить досуг нашей молодежи. Слушателями часто становятся не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки. Потом все вместе дома обсуждают увиденное на площадке. Тут же можно проверить скорость своей реакции, узнать, насколько уязвим мозг, и составить меню по ладошке. А вовремя полученная информация убережет их в будущем от пагубных привычек. Именно в младшем возрасте закладываются эти привычки и интересы, и их нужно сформировать. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.